Этот документ был подписан в Александрии. Вот красная нижняя стрелочка. Это Александрия, основана Александром. Почему он ее основал? Один из действительно важнейших торговых путей. Если мы посмотрим на стрелочку красную чуть выше, то это как раз Константинополь. Там, где была найдена подобная грамота. Может, перепечатанная, переписанная. Но факт остается фактом. Ее нашли именно здесь. То есть, один из центральных торговых путей. Если мы посмотрим чуть выше, там находится Южная Пальмира. Она же Одесса. Опять же, один из центральных торговых морских городов. Чуть выше, там же, на этой же долготе, Киев. Если пойдем еще выше, то мы найдем Санкт-Петербург. То есть, это именно та пальма первенства, то есть, Северная Пальмира. Что значит пальма первенства? Тот, кто контролирует эти торговые пути, контролирует обширные регионы. Ну, соответственно, и торговлю на них. Поэтому и место, мягко говоря, не случайное, и долгота даже не случайная.